Uah. Сейчас похаваю нормально. Дынки тут растут вовсю. Музыка. Ну, красота. Сюда скамейку будет поставить или командирское кресло. Так, отсюда мне пока ничего не надо, да? А, кстати, нет, я хотел еще батарею, может, сделать надо нормально, а не вот этого вот. Так, нужна две ионные батареи, силиконовая резина. Силиконовая, да. Новая резина. Что нету? Это нехорошо. А тут уже места под аптечки нет. Прикольно, прикольно. Так, надо было бы мне, наверное, аквариум второй вообще не акулами этими, акулами, щуками, сталкерами забивать, а мелкими рыбешками, чтобы вот... А что мне с этими делать теперь? А их выпускать буду сейчас. Все системы подключены.
Заряжается. Отсюда буду забирать вас. Это не емкость мне нужна, дурак ты. Все, тут порядок. Надо этих наловить. На вас выпущу сейчас. Не кусайся сразу. Лучшее топливо на самом деле из растений — это вон те вот дальние мешочки фиолетовые гелеобразные, а из живых рыбок это окулусы. Кстати, они тут под нами, надо их попробовать поразводить. А окулусы обитают здесь только. Ну, не только конкретно здесь, еще другие подводные пещерки. Но пока тут только глазастики я вижу. Зараженные глазастики. Опа, магнетитик. Вот окул. Нет, не окулус это. Ребята, окулус-то где?
лития тут полно, магнетита. Вон окулус. Причем зараженный. Вот не зараженный. Кстати, наверное, от зараженного избавлюсь. Да. Очень эффективно от него избавился, я его съел. Сюда плыви. Один есть. Где ты, гадина? Сюда плыви. Тебе здесь вообще... Тебя не должно здесь быть. Это не твой биом. Сейчас будет небольшая перестрелка. Ой, тебя еще не встречал, что ли? Это мне и нужен. Чего тут лазить? О, привет. Это все никак мне тебя не поймать. Так, ты зараженный. Ты вообще глазастик. Интересно, успею я вынырнуть или нет. Где я? Ну, с четырьмя всего вот эта ерунда. Всплываем. Надо на мотыльке туда переться. Как раз на новом надо. Близко к базе ты попал. Добро пожаловать на борт, капитан. Кстати, пока я здесь, можно этих запустить.
Да нет же, не есть. Блин, я все время забываю. Не та кнопка. И начинаю как дурак колбасить. А, ну, не первый же раз, ну. Дурак дураком. Нафиг эту функцию надо вообще исключить. Есть сырую рыбу, ну. Некоторых. Так обидно. Я поймаю все равно же. Тебя не буду. Сюда плыви. Ну давай, давай. Откуда здесь титан, катящийся? А, не понял, что за приколы? Это откуда? Откуда вы? Видимо, в прошлом когда-то давно. Разбил я здесь какую-то штуку, вот из этих вот залежей, и оно только сейчас докатилось. Сколько же здесь глазастиков, а? Вот окууса поймать, это большая проблема, оказывается. Зараженный был. А с другой стороны, какая разница?
Сколько у вас тут? Ну, порядочно уже хватит. Я думаю, можно возвращаться. Главное, опять не сожрать их сейчас. О, прям база. Тут уже переработано много. Так, не сожрать, не сожрать. О, не съел уже, правильно? Такой глаз. Все. Плодитесь и размножайтесь. По идее, надо отдельные гелеобразные мешочки, эту грядку с мешочками сажать. Чтобы, так сказать, была бы польза. Так, ну на этой базе, я думаю, заканчивать надо уже, возвращаться к своим новеньким. Обустраивать там все. Воды здесь полно. Зарядка вон идет полным ходом. Так, что-то здесь мне надо было. Я думаю, что возьму-ка я пару окулусов все-таки с собой. Там я заменю их. Этих, ну там на еду ведь тоже все. Здесь мне пока ничего не надо. Надо было, пока сюда оперся, кстати. И сумки эти притащить. Вроде ничего не забыл. Привет, спасательная капсула. Как ты здесь без меня? Что-то не сверлит никто. Неужели? Спинчик боковым зрением заметил. Так, а где база? Не вижу. Вот теперь вижу очертания. Очертания базы вижу. Все, да, красиво.
Так, гусь где тут? Тут, значит, тебе сюда. Добро пожаловать на борт, капитан. Работает бесперебойно, смотри. Реджинальда. С едой порядок, с водой порядок, прям идиллия. Да, вот надо было мешки эти отвезти. А вот Реджинальда вот этих вот заменить. Окулосов. Не знаю, почему сразу за... Наверное, потому что они фиолетовенькие, что те у них присутствуют. Что упал. Да нет, вот сейчас мне будет эта грядка постоянно. Да отстань, не хочу я грядку. Потому что у тех присутствуют фиолетовые и у этих. Так. Выпустить. Вот развлекайтесь тут, ребята. Ага, так, тут надо сейчас заняться грядкой. Так, ну надеюсь, соли хватит. Потому что Реджинальды сами по себе, они, да, в еде самое то. Но очень сытные, да. Соли не хватило. Ну, что тогда приготовить придется. Приготовил. Аж 44 дает. Ну, а, ну вот. Как говорится, захавал и все. Приготовленный надо есть сразу, иначе оно портится. У этих даже срока нету. Он заферментированный весь.
грядки. Как вот тебя вот? Разве что вот только вот так вот по-хитрому. А то не получается. Пожалуйста. Получится хоть. О, тут надо каждый раз танцы с бубном. Пока вас двое, так пусть все и остается. Так, финальды пока перевариваются. А мне нужен кварц. Кварца много. Кости такие. А, так это грибы эти. Ты все равно мучился. Так же, как и ты. О, я слышу друга. Я его даже вижу. Этих я научился слышать издалека. А, ну вот корпус Авроры. Он его там и сторожит. То есть с тобой я еще не разбирался, да?
вообще по логике он меня уже видите, чуете, слышите и осязать должен. Не успел порычать. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Да, рожа, конечно, да, у тебя. Так, подожди, давай. Вот так сделаю. Ах, сейчас утонет ведь. О, вот это хороший снимок. Так, мне интересует кварц. В больших количествах. Литий тут есть, это хорошо. Кварца здесь нету, это плохо. Здесь я вообще бывал, да, в этих краях? Вот, судя по всему, только что вот поплавал. Что ж, буду первопроходимцем. Тут эти щуки костяные плавают, нервы трепят. Это да. Это большой минус. Кстати, вот они. Давай-ка на ночной режим перейду. Мне так спокойнее будет. Так, это я где? Это я уже в неизведанных землях каких-то. Жнеца слышу опять. Но не вижу. Так и далеко. Вон он. Правильно, это же зона крушения. Они все здесь плавают. Только где ты? Thank you.
Так, вот не люблю, когда ты так делаешь. Текстурный воин. Все. Отлетал. Свое. Так, немножко здесь стало безопасней. Но немножко. Это к краю карты подплываю, да? Ну да, она тут уже все близко. Так, это все свинец, это все не то. Кварцем что-то как-то и не пахнет. Вот акулами слышу, пахнет. Кварцем как-то нет. Так, где я? Где я? Ага, вот я, белая стрелочка. А, это вход в затерянную реку, кстати. Я тут, да, на выходе леофанов некоторых подстрелял. Ой, извините. Но с другой стороны, вот там тоже, кстати, в подземной реке кварца было нормально. Вот здесь я на подлодке отсюда-то выныривал. Кварца здесь встречалось, ну не скажу, чтобы много, но он был. Вот он. И вот еще. Ну все. Счастье. Так. Главное, чтобы этих рыб тут злых не было. Майки нету. Да, кварца тут я сейчас, кажется, наберу нормально. Вот то, что они разлетаются, только это плохо. Дальше полы не упадут. Тут еще паучки эти любят ползать. Но не сейчас, видимо. Я их тут тоже помню, настрелял количество хорошее. Да, кварца здесь нормально. Надолго хватит. Thank you.
так выключить. Естественное освещение. Честно говоря, такое себе. Чувствуется разница, да? Сколько тут? Так, одно месторождение выработано. Ящички эти все проапгрейдил. Мне вот это хорошее месторождение нравится. Как говорится, далеко не уплывёл. Не разлетятся далеко. Ну, пока хватит. Да, то как-то это от базы он аж как далеко уплыл за километр.
Опять же нет, где-то плавает. Да, я слышу жнеца. Побудь пока в гаражике. А. Не, ну пусть будет пока здесь. Тут не вынимать будет. Да я слышу его прекрасно, причем. Осталось его увидеть. Я подозреваю, что он где-то там. Причем он очень близко уже. Очень отчетливо слышу. Так, вижу эту вентиляционную шахту. Причем здесь я еще не плавал. Где ты? Покажись. Этот обломок я знаю. Там я ядерный реактор нашел. Значит, ты где-то там. Ну, где-то вот в этом секторе. Горный жнец такой. Вот, вот, вот. Слышу тебя теперь прекрасно. Так, ну не вижу. А нет, вижу. Раз тут двое было. И вот один там еще плавает. Вот второго я, по-моему, пристрелил уже. А может и нет, я не помню. Пугался? Не бойся, я друг. Плыви ко мне.
Морда. О! Вот ты где. Ты вырос. Еще жнец. Еще слышу жнеца.